Редко, конечно, сейчас, да, знаю. Но что ты делаешь, заебал? Просто мы в Москве же, пацаны, а нам тут сложно, у нас тут два проекта попутно делаются. Четыре. Ну, это ваше, это не мое. И это он сейчас нихуя не делает. А, ну, он сейчас не делается нихуя. Ну и вот, и, короче, поэтому немножко с продуктивностью беда. И сейчас доснимаем все здесь, вернемся в Уфу, блядь, примерно через дней 5, надеюсь, если все успеем, и начнем клепать выпуски Изи Реп, новый сделаю сразу же, как прилечу, еще что-нибудь сделаю обязательно, нормально. Бро, я под ЛСД, передай привет. Привет! Тебе куштанаш жду. Голову я мою, прикинь. Пидор, 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 спасибо. Привет, Сомска. Привет, Сомска. Че, я хуй знает. Рассказывайте, что там, как слышно вообще, блядь. Изи рэп на Кизару никогда не будет, понятно? Потому что вы заебали меня. Что такое? Со звуком хуёво? Смотрите, вот он, блядь. Вот он, нахуй. Рабочий, работник месяца, блядь. Тимей. Новый, нахуй, я обузевший, вау. Глушитель я не одел, мне вообще не понравился этот клип, блядь, новый. Да. Типа, бля, ну это, конечно, прикольно, с одной стороны, немножко хотя бы разнообразие какое-то. Но, бля, опять же в лес, опять в лесу. Только на этот раз со страйкбольными пушками, блядь, попрыгали в лесу и все. Ну и что это, блядь, такое? И типа фраза вот эта вот. Ну типа, ну это не бенгер, чуваки, нихуя. Типа, лучше я надену глушитель. Лучше я надену глушитель. Вообще, вот эти повторения, я, конечно, понимаю, что сейчас припевы, блядь, и из одного, сука, из одной фразы состоят. Я вот очень восхищен творением этого. Лил Морти, по-моему, да, так называется? У него есть песня «Грязный Морти». Вот там вообще просто настолько охуенный припев. Я вам даже сейчас исполню. Я грязный Морти. У-у-у, я грязный Морти. Я грязный Морти. У-у-у, я грязный Морти. Дёрти, 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 дёрти. У-у-у. Морти, 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 Морти. Я когда первый раз услышал, я просто охуел. Восхищен был. А еще вот это. Формула 1, мы, Формула 1, мы, Формула 1, мы, Формула 1, мы, Формула 1. Это пиздец, блядь. О. Короче, когда-нибудь я сделаю трек из одного слова, блядь. Вот весь трек будет одно слово. Рэп, 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 у, эй, скра, рэп, у. Вот Биг Шак, Биг Шак, он, короче, в этом плане очень гениальную хуйню сделал, я считаю. Он сам комик, но это который вот этот, The King of Скра, папа, ка-ка-ка. Он, бля, просто сделал припев из эдлибов.
То есть высмеял вот эту вот, блядь, современную тенденцию того, что слов уже почти в песнях не осталось, сплошные адлибы. Типа эй, у, эй, эй, блядь. И пиздец. И, короче, очень крутой мужик. Датинго скрра, папа ка-ка-ка. Скибари папа, эна пу-пу-пу-ру-пум. Ския, ду-ду-ку-ку-дун-дун. Пум-пум, юдано. Шак. Он еще клево говорит слово блак. Вот это к, башкирское к. Но Мирона я не хочу делать. Вообще не хочу. Он не класс. Ну, типа, ну, бля, это скучный будет выпуск. Привет, Карина Сиб. Моя будущая жена. Блядь. Расскажи, что про дреды можно рассказать, блядь? Идите нахуй. Это дреды, а не это волосы, блядь. Сплетенные в колтуны. Рассказ закончился. А я и не знал, что любовь может быть жестокой. А я с Афони не знакомился никак. Ну, то есть, мы прилетели в Москву и наткнулись в подворотне на дагестанца, который хотел нас прессануть жестко. Но мы как-то добазарились с ним. И в итоге пошли кофейка попить. А это оказался Нариман. И он, короче, этот... Вот познакомил нас всех. Алименты? Какие алименты? Вы идите нахуй. Я девственник. Почему на Кизару не делаю изи-рэп? Потому что вы меня заебали. Я вот хотел, а вы меня заебали вот этим спрашивать. Я передумал. Ну, тем более, мне придется опять дреды в черный красить, а я пока не очень хочу. Раша гей. Мартынка отбитый, вообще я, блядь, нет. Ты башкир, да? Да. Салям алейкум, кутак. Эшкерле. Хальдарен нисек. Мин якши, бик якши, рахмат. Бесе это кит. Мне очень понравилось недавно, я слушал этот Котопес в украинской версии. Очень был восхищен. Кит пес. Это эдакий в мире малыш кит пес. Шкерли. Кит. Мы тут, кстати, такая, блядь, хуйня произошла. Я же писал, типа, кто может пустить пожить в Москве, да? Нас пустил Владимир Владимирович, не Путин. Чувак, ему 31 год, он оператор на России 24. Огромное ему спасибо, бля, так выручил. И у него был кит. Маруся звали, вот. Я влюбился в него. Сейчас нас выгнали, короче. Если кто-то вдруг хочет нас в Москве приютить, пишите. Но пока что мы тут поспим, наверное. Пожалуйста, я тут спать не хочу. Почему? Пустите пожить быстрее, Москва. Ждешь альбом «Обладает» и «Маркл»? Братан, если бы ты, блядь, меня, ну, хоть чуть-чуть знал, ты бы сам ответил на этот вопрос, блядь, долбоеб. Нахуй нам не надо. Я вообще музыку очень редко слушаю. Кит Пэс. Пишите в директ, я хочу в Москве жить. Пустите жить меня в Москву. Нас, правда, 3 человека. Я, мой стилист и мой менеджер. Нет, я пизжу.
наша съемочная команда. Что там с Бузовой? Да ничего, пока она усиленно меня не замечает. Но когда-нибудь я на ней женюсь, нахуй. Базарю. И вы все будете приглашены на свадьбу. Очень хочу домой. На самом деле, пиздец. В Уфу хочу. Как прилечу в Уфу, сразу с ребятами пойдем, блядь. Пивка выпьем, как. И спать домой, в свою кровать, в любимую. Устал сильно, устал. Москва очень заебышный город, если честно, но очень крутой. Очень много денег здесь исчезает просто нахуй. Просто вот исчезают нахуй деньги. Да, спасибо всем, кто голосовал. Мы, короче, открытие года, нахуй. А, все уже? Ну нет, не все, но я думаю... Хотя, возможно, какой-нибудь уебан снимет еще видос на Ютубе. Допустим, какой-нибудь там... Я не знаю, кто у нас там... Второй, по-моему, Утопия. Если он видос выпустит и на Ютубе скажет, типа, голосуйте за меня. Мы, конечно, въебем. Ну а так, чисто по ВК... Мы победили, блядь. Вы самая активная аудитория, вы пизже всех. Причем в Утопии, по-моему, в паблике дохуя людей. А у нас меньше в три раза. Но мы все равно, блядь, вы самые активные. Ей, главное, чтобы не пидоры были активные. Ну вот, все. А в остальном все супер. Но это на самом деле награда бесполезная абсолютно. Мне кажется, там на вручение даже никто не придет, блядь. Жизнь YouTube это вообще что такое? Это что-то прикольное или нет? Я не знаю. Мне вообще кажется, знаешь, кто открытие года этот? Навальный, блядь. Вот его канал, это, блядь, открытие года. Ну хуйня там, да я не знаю, что это. Ну короче, да, пацаны, этот. Сотрудничаешь? Нет, нахуя мне телек? С ТВ нахуя надо? Зачем? Ты кто? Я Алишер, привет. Мне 19 лет. Я музыкант, я рэпер, я блогер, модель, звезда мирового масштаба, фитнес-тренер, пловец, казах и просто хороший маркетолог. А еще сатанист. Сотрудничество в директ. Сука, как меня бесят тёлки, у которых, блядь, 500 подписчиков, и они... Пишут сотрудничество в директ, блядь. Кто нахуй с тобой сотрудничать будет? И все модели теперь пиздец. И они еще делают этот бизнес-профиль, где типа там написано, вот у меня как написано «домашнее животное», а у них там написано «модель» или «публичная личность». Или что там еще есть. Типа... «Домашнее животное»? Да. Я кит. Кит-пэс. Там ведь должна быть, сука, этот... Должна такая штука быть, чтобы таким девочкам автоматически было написано там вот вместо вот этого модель, чтобы там ЧСВшная дура просто. Да, отвечаю, конечно, если вы что-нибудь интересное спрашиваете. Но пока что вы пишете только какую-то хуету. Нахуя ты в одной и той же худи ходишь? Потому что я в Москву прилетел без вещей, блядь. Вот и хожу в ней. Отъебался от меня. Стикеры пришли, это класс. Кто еще стикер-паки не заказывал, заказывайте, дурачки, блядь. Они скоро выйдут из этого. Не будем их больше делать, будем другие делать. Трава или спиды? Я думаю... Вместе? Не. Не, вместе не знаю.
Шрам это я пытался разбить окно головой. Но попал, сука, в эту, в раму оконную вот так. За гривны, к сожалению, покупать нельзя, насколько я знаю. Но там через платформу Donation Alerts, там, по-моему, вообще через, даже через мобильный телефон можно купить. Привет, Казахстан, привет. Мне недавно подошли и сказали, а ты казах, да? Я говорю, да. Ну что на Новый год мы будем делать? Ничего, блядь. Отстаньте. Новый год хуёвый праздник. Ненавижу зиму, ненавижу холод, ненавижу снег. Кстати, уже ведь декабрь, да? Бля, зима ведь только началась, а уже это заебало. Пиздец. А ведь еще и минус 30 будет скоро. Вообще пиздец. В группе еда, стикер-паки в группе надо покупать. Я атеист? Да, атеист. Я затупил нахуй. Пойду-ка я отдыхать. Ладно, всем нормально.